включила, Валера, слышишь? Да, вроде не должно. Здравствуйте. Выхожу на тестовый прямой эфир. Все-таки хочу попробовать. Ну, блин, очень хочется не бросать здесь прямые эфиры на моей личной странице. Но мне каждый раз очень сложно, потому что последние предыдущие разы никто не мог попасть. И мы сейчас тестируем. А? Фильтр. Нет, Валерочка, это я так выгляжу с фильтром. Вот так, Валера, получше смотри. Вот я осветила свое лицо. Да, я сегодня без макияжа. Так, ну давайте смотреть, как качество прямого эфира. Потому что вот сторис у меня очень хорошо восстановила статистика здесь. Нельзя сказать, что прям вот до идеального, как было до того, как у нас запретили пользоваться. Вроде так ничего. Но я пробовала потом делать прямые эфиры. И, во-первых, не везде получается сделать. Вот здесь вот у меня на работе я делаю без ничего. Просто Wi-Fi у меня. Вот просто Wi-Fi. Единственное, Луну нужно отключать почему-то с Луной. Так, все хорошо, да? Ну, отлично. Ну, давайте тогда что-нибудь... Я просто только что провела прямой эфир ВКонтакте. Хотите, я покажу, что я показывала ВКонтакте? Я сейчас ВКонтакте, чтобы раскачать свою там личную страницу, провожу эфиры, представляете, каждый день, уже третью неделю. Сегодня третья неделя, как я веду эфиры на своей личной странице ВКонтакте в 13:00. Причем вот выбрала вот это время с понедельника по пятницу, чтобы прям вот вы привыкали. Вот, поэтому кто еще не ВКонтакте... Я вам все-таки рекомендую завести там страницу, как бы не хотелось, как бы вы вот, знаете, как вот упорно не можете расстаться с Инстаграм, но нужно. Вот, на самом деле, вот для меня, что добавилось? Я сторис все дублирую, да, и на это немножко больше времени уходит. Вот, да, работы стало чуть-чуть больше в социальных сетях, потому что я начала... вести одновременно и Инстаграм, и Контакт. Вот. Вообще не ВКонтакте. Девчонки, ну надо. Я понимаю, что не хочется очень. Но смотрите, нельзя, как показала практика, складывать яички все в одну корзину. Понимаете? Ну нельзя вести одну социальную сеть. Нужно хотя бы ну, как в двух, в трех направлениях работать. Там просто все дублируется. Не нужно делать, снимать контент разным. Просто сняли фотографию, написали текст и продублировали во все сети одинаково. Сняли сторис. Даже подписали этот сторис. И прям с подписанным текстом продублировали в тот же контакт. Либо наоборот, ВКонтакте сняли, все подписали, там сохранили и перевыложили в Инстаграм и наоборот. Да, нормально ВКонтакте, до Инсы только в нем и сидели. Ну, я там вообще не сидела. Сейчас сижу. Так, ну что, давайте расскажу про новинки. Итак, новинка, которая уже вышла. Уже вышла, это коллекция красок «Винтаж». Я ВКонтакте уже 3 эфира провела с этими. Я делала выкраску, я делала дизайн, и сегодня я опять делала дизайн. Хотите, покажу, какой был дизайн сегодня? И это то, что я сегодня рисовала. Сегодня у нас тема была такая абстракция. Мы делали абстракцию по сухому и делали абстракцию по мокрому. Одну абстракцию мы дорабатывали вручную, делали художественную роспись, а вторая абстракция у нас была со стемпингом. Вот. Итак, красочки, коллекция, как она выглядит, прям можете сфотографировать. Она уже есть в наличии на Emishop и также есть у некоторых дистрибьюторов. Вот, напомню, что краски – это такая позиция, которую мы не поддерживаем в ассортименте большим объемом. Поэтому в отличие от наборов гель-лаков, наборы красок, они всегда очень лимитированы. Что это не просто вот limited edition, а это реально такой limited-limited.
такой максимально лимитированный объем. Мы держим в ассортименте эту номенклатурную позицию, потому что многие мастера забыли, недооценивают. Я вот сегодня прям весь день пою дифирамбы краскам. Вот поймите, краски гелевые, они все равно намного экономичнее расходуются. Они тоньше ложатся, более тонкий слой, поэтому и расход как раз меньше. Соответственно, и себестоимость у них меньше. Вот поэтому, девчонки, вот кто работал когда-то красками и перешел полностью, подсел на гель-лак, я прям рекомендую вспомнить те времена, когда ничего, кроме цветного геля и красок гелевых с липкостью, больше ничего не существовало. Вот. Зато очень удобно делать покрытие под кутикулу. Да, они тоже отличаются по вязкости. Бывают оттенки чуть пожиже, чуть погуще, но они все равно намного гуще, чем самый густой цветной гель-лак. Что еще? Французский маникюр. С французским маникюром вообще краска гелевая, она не сравнится с гель-лаком. Почему? Ну, потому что краска, во-первых, плотнее, и она не дает такую толщину по торцу, какую дает гель-лак на французском маникюре, на свободном крае. Вот, поэтому девчули, красочки, потому что многие мастера, а вас много достаточно, вас вот такая диаспора большая, кто до сих пор работает красками, и мы для вас 4 раза в год выпускаем 4 коллекции. Вот эта коллекция весна, винтаж. Вот, у нее такие оттенки, достаточно базовые, спокойные. Нельзя сказать, что они сильно выбеленные. Вот, например, голубой, розовые достаточно яркие. Вот. Летняя коллекция ожидается, она будет яркая. Она, конечно, будет не такая, как My Impulse, но будет содержать в себе яркие чистые оттенки. Вот. Что еще? Что еще? А, ну, я напомню, что в феврале у нас вышла локомотивная коллекция гель-лаков. Это основная коллекция, на которую мы делаем упор последний месяц-два. Это My Impulse. Вот этого, конечно, у нас много на складе, поэтому не переживайте. Я так думаю, хватит всем. Апрель, ну, точно будут наборы. Обычно все переживают за наборы, чтобы вот наборы не закончились, потому что поштучка, она всегда, там большая часть оттенков есть в наличии, а вот наборы, они всегда очень быстро заканчиваются. Ну, вот My Impulse пока есть в наличии. Имейте в виду, наборы пока есть. Что еще? А, вот, я хотела показать. Смотрите, мы, наконец, апгрейдили вот эти кремушки. У нас, помните, апгрейд произошел у лосьонов, у 200-миллилитровых. И 30, ну, вот, долго не доходили до них руки. Вот, наконец, эти девушки у нас, они появились и на маленьком объеме кремушках. Это, кстати, вот мой любимый. Daily Casual. И First Lady обожаю. Не, ну, наверное, еще я обожаю и розовый. True Romantic. Смотрите, какие они классные. Так. Вы бы только знали, какой здесь запах. Вы себе не представляете. Наши лосьоны чем хороши? Они очень легкие. Вот. А это плюс на самом деле. Очень большая категория клиентов любят использовать именно в течение дня, не перед сном, потому что перед сном все-таки хочется наносить что-то более жирненькое, более увлажняющее. Вот. А в течение дня любят наши лосьоны за то, что они не жирные, они не оставляют вот этот липкий жирный слой. Очень хорошо впитываются, не пачкают одежду. И, конечно же, их обожают за запахи. Запахи необыкновенные. Просто необыкновенные. Повторить такие запахи очень сложно. Вот. Поэтому таких запахов ни у кого нет. Вот. Что еще? А, у нас сейчас Coming Soon ожидается новинка. Сейчас я вам покажу. Юля, а принеси Ace Base. Еще у нас классная новинка. Это Coming Soon ожидается. Это два ярких оттенка в Ace Base. Сейчас показываем. Сейчас мне принесут. А вы, кстати, продаете малыши клиентам? У нас еще, помните, есть 10 миллилитров малыши.
Нет, Ace Base яркие. Вот, у нас есть совсем малышки, вот такие 10 миллилитров. Очень удобно в сумочке носить. Ну, 30 миллилитров тоже, кстати, очень удобно в сумочке носить на самом деле. Матовый, мне нравится, хорошенькие, да? Так, ладно, пока мне несут Ace Base. Сколько стоят малыши по 10 миллилитров? Смотрите, они продаются только оптом, большими такими коробками. Вот, мастера потом раскрывают эту коробку и поштучно... Ты не знаешь, у нас вот в салоне, салон по сколько продает вот эти 10 миллилитров малыши? Ну, вчера смотрела и забыла. Ты забыла? Вчера у них было. А принеси мою сумку, я сейчас есть покажу. Есть у вас там, я пытаюсь все сделать. Да, да, у меня в сумке есть. Так, сейчас я вам покажу Ace Base. Coming soon, ожидаются. Сейчас я даже, наверное, их выкрашу. Слушай, ну, у меня сейчас девочки начали спрашивать, а цена вот на эти. Давайте я сейчас на Амишоп зайду. Я, видите, такой человек, что в последнее время, вы знаете, я перестала запоминать цены. У меня прям с этим такая прям проблема. Вот на все, что цены у нас. А, у меня все есть. А, у меня же каталог есть. Блин, я, видимо, выложила мой кремушек. Сейчас я поищу. У меня просто низкая сумка тоже. Да, у меня, видимо, в зеленой сумке остался. Так, ладно, смотрим дальше. Так, цена. Вот они, наши малыши. Видите? Вы покупаете набором. И уже раздербаниваете по 10 миллилитров и продаете уже клиентам в зоне ресепшена. Ну, если у кого не салон красоты, а просто частный кабинет, и вы одна работаете. Ну, ставите просто в зоне взгляда клиента, чтобы клиента постоянно взгляд упирался. Здесь вы можете сами решить, поскольку будете продавать. Здесь получается 5 ароматов по 5 штук, 5 U5. Получается 25 штук. Блин, у меня с математикой плохо. Сколько тут себестоимость получается? Вот, кстати, есть наборы вот из этих малышей. Вот набор из 5 штук стоит 1100. Так, есть вот такие наборы. Вот где идет баттер более густой и более жидкий лосьон. Вот получается у набора набор 550 стоит. Вот, кстати, эти малыши. Вот, видите. Так, и цена... Сейчас я найду. Блин, почему наборы есть? А по штучке не... А, вот же, смотрите. Короче, лосьон 200 миллилитров. Лосьон 200 миллилитров 680. Это цена мастера, кстати. Вот сейчас вот мы в каталоге с вами смотрим, поэтому на сайте будьте внимательны, регистрируйтесь обязательно, регистрируйтесь, что вы мастер, потому что цена розничная, она другая совершенно для клиентов. И вот как раз цена мастера 30 миллилитров 300 рублей. Вот, 300 рублей. Это старые цены. Да, наверное, это старые цены, девочки, точно. Это же каталог старый. Ну, как старый, месячной давности каталог. Ну, зайдите на Amishop, посмотрите актуальные цены. Единственное, регистрируйтесь обязательно как мастер. Amishop. shop.ru. Вот. Либо у дистрибьюторов спрашивайте. Вот. Либо у дистрибьюторов. Потому что у дистрибьюторов, ну, я не знаю, вот сами малыши уже есть обновленные у дистрибьюторов. Возможно, уже у кого-то есть. Тема... А мы сегодня проверяем, как эфиры вести, потому что я 2 недели не могла выходить в прямые эфиры здесь. У меня лагал очень сильно Инстаграм. Я максимум могла только сторис снимать, не могла эфиры вести. Вот сегодня проверяю. Так, coming soon. Сегодня также Ace Base. Я их уже, кстати, показывала. Вот. Ну, давайте сейчас вот в эфире еще раз выкрашу, покажу. Как раз у меня тут есть пара ложечек. Мне не пришло уведомление. Вот,
Кто-то пишет, кстати, что уже привезли в новом дизайне малыши. Ну, здорово. Я очень ждала. У нас просто вот именно лосьоны обновили, самые малышки обновили, а вот эти малыши мы долго не могли обновить там, неважно по какой причине. Вот. Это, смотрите, coming soon. Когда появится? Примерно в середине апреля. Вот, примерно в середине апреля. Очень плотные. Ну, опять же, кто уже знаком с формулой Ace Base, это такие средние вязкости, базы жидкие. И поэтому плотность практически как у цветных гель-лаков. Вот посмотрите, я в такой, в тонкий слой нанесла. Сейчас даже не моделирующий слой нанесла. Видно? Вот представьте, здесь нет практически моделирующего слоя у этой базы, и она как плотно лежит. Поэтому эти базы и сделали такой вязкости, потому что если сделать выше вязкость, вы будете бухать ее килограмм, и у вас просто тупо не будет просыхать. Вот, поэтому делаем легенькое моделирование. Чем хороша база Ace Base? У нее каркас очень жесткий, даже при небольшой толщине. Вот. Единственное, вы понимаете, что очень много пигмента, но у большинства стоит без прозрачной подложки. Вот. Ну, есть категория клиентов, кому все равно нужно наносить прозрачную базу как подложку под Ace Base. Кто-то использует бейс-гель, но вот инструктора мои, очень многие, говорят, лучше использовать медиум базу под Ace Base. Вот, лучше использовать медиум базу под Ace Base. Так, и второй цвет Ace Base яркий. Тоже наносится как цветной гель-лак, не как камуфлирующие базы, не как скульптуры. Такая достаточно большая плотность для базы цветной, потому что базы все равно они такие полупрозрачные. Вот я сейчас нанесу немоделирующим слоем вот специально. Ну, сейчас видно, он чуть-чуть не такой плотный, как восьмая база, да, вот розовая наносила. Ну, тоже вот для тонкого слоя очень плотный. Здесь Ace Base – это как альтернатива цветного покрытия. Вот. Не просто камуфлирующая цветная база, а это вот действительно такая замена цветного покрытия, которая, в свою очередь, является базовым покрытием. Пигмента очень много, поэтому будьте аккуратны с толщиной. Поэтому если хочется навалять много, не получится. Оно у вас либо потечет, либо тупо не просохнет. Вот, поэтому будьте внимательны. Катя из коллекции «Импульс желтый, оранжевый цвет» при снятии оказывается не просыхает до конца. Наношу в два тонких слоя. Значит, лампа уставшая уже, смотрите. Потому что, да, оранжевый, желтый получилось сделать достаточно плотные. Вот, а кто любит желтые, оранжевые цвета, вы знаете, найти прям гиперплотные гель-лаки, желтые, оранжевые, не получится. Потому что они просто тупо не просыхают. Вот, поэтому всегда производители играются с плотностью, чтобы вот она была, знаете, такая на грани. И не сильно прозрачной, но и нельзя сделать сильно плотной. Здесь в моем импульсе получилось, ну, я считаю, это достаточно плотных два оттенка. Вот, насколько это возможно. И если вы нанесли в два тонких слоя, сделали все правильно, и он не просох, ну, значит, все, лампа подустала немножечко. Вот, пора лампочки менять сменные. Серьезно, девчонки. Серьезно, значит, лампа такая уже немножко уставшая. Пора менять. Вот, плотные достаточно для оранжевого цвета. Это 369 и 370. Причем мы их оставляем, кстати, в ассортименте в базовом. Прям давно не хватало таких оттенков. Вот, потому что у нас из базовой коллекции оранжевые, желтые есть. Там тоже они одно время были у нас прям популярные. Но вот им не хватало плотности. Вот, эти достаточно плотные, но здесь нужно опять же понимать. Высокая плотность пигмента, значит, работать нужно внимательно. Внимательно. Так, ну что, это еще раз напомню, coming soon, девочки, базы.
Поэтому вот кто полюбил ИСБС, кому они нормальные по вязкости, не жидкие, потому что кто там вот мне писал там, ой, капец, какие они жидкие, мне невозможно работать, чего вы не сделали, как файбербаза. Ну, послушайте, файбербаза – это файбербаза, да, у него высокая вязкость. Но представьте, если бы я сделала такую плотность пигмента при такой высокой вязкости, да, она бы у вас просто тупо не просыхала. Вы бы ее наваливали столько... И объяснить вам, что ну валяйте поменьше, бесполезно. Потому что когда вы берете густой материал, вы его автоматически много берете. Когда вы берете жидкий материал, как АСБС, то у вас автоматически толщина, она естественным образом получается небольшая. Вот. Поэтому будьте внимательны. АСБС, coming soon, два ярких цвета, примерно в середине апреля. Поэтому оставляйте заявки. У дистрибьюторов смотрите, телефон оставьте, предоплату оставьте, потому что вот AceBase, скорее всего, в ассортименте точно оставлять не будем, ну, потому что это яркие цвета, это вот на сезон поработать, вот, поэтому кто любит вот такое базы, да, там, это, знаете, как это экспресс-маникюр. Вот летом, когда по-быстренькому, длина небольшая, маленькая, сделал маникюр, подготовил ноготочки, все, сделал легкое моделирование в два слоя, и ногти готовы. Покрывать ничего не нужно, финишем перекрыли и побежали. Вот. У нас AceBase, вот эти, они у нас в базовом ассортименте, потому что они пастельные цвета. Потому что пастельные цвета. Яркие цвета их, конечно, в базовом ассортименте не держат. Вот. Ну что, я так думаю, хотите, давайте я сейчас еще отвечу на вопросы. И будем закругляться. Я верну прямые эфиры здесь, в этом аккаунте, потому что вот сегодня это у меня такой тестовый прямой эфир. Потому что предыдущие две недели я пыталась выходить в прямой эфир, у меня не получалось вообще никак, ни с VPN, ни без VPN, не получалось. Вот, поэтому я перешла сейчас на прямые эфиры полностью ВКонтакте. ВКонтакте, на моей личной странице. В шапке профиля, кстати, там есть личные сторис, вот прям значок контакта увидите, заходите и переходите на страницу ВКонтакте. Там каждый день в 13:00. Каждый день. Вот смотрим, это середина апреля пластины. Вот, это середина апреля. Вот. Ну, надеюсь, что я вас в этот раз не подведу, и они действительно будут в середине апреля, потому что я уже боюсь что-либо обещать, потому что мои все обещания не оправдываются. Я говорю одну дату, раз, и не получается привести. Вот, потому что пластины мы здесь в России не производим. Они производятся в Китае. Так, ну что? Надо просто время решить, когда я буду здесь прямые эфиры вести. Если все ок, качество хорошее прямого эфира. Я, кстати, сейчас без VPN, у нас здесь на работе получается через Wi-Fi вести. Вот дома, кстати, у меня так не получается. Можно будет прямые эфиры вести, например, по четвергам. Раз в неделю я буду выходить по четвергам, наверное, либо в 12:00, либо в 14:00. Напомню, ВКонтакте каждый день в час, прям вот запоминайте это время, здесь будет раз в неделю, да, по четвергам. Время чуть попозже будет. А, еще самое главное, я же вам не сказала, я вас приглашаю, блин, уже все отвалились, я только приглашать начала. На марафон. Смотрите, марафон все-таки я решила проводить ВКонтакте. Вот, должны понять меня, потому что здесь все-таки очень большой объем ушел людей ВКонтакте. И вот здесь вот как раз вероятность, что прямой эфир будет, не будет, получится выйти. Я решила ВКонтакте проводить марафон. Кто-то пишет, что ВКонтакте невозможно смотреть эфиры, качество оставляет желать лучшего. Неправда, Лиза Эминейл, смотри. Возможно, что-то не так делаешь. Либо забываешь отключать VPN, потому что если VPN включен, ВКонтакте невозможно сидеть. Во-вторых, нужно проверять свое качество Wi-Fi, потому что на самом деле качество хорошее.
Вот, и если ты видишь, заходишь, что, например, качество сжатое, такое, картинка, там есть, ты выставляешь качество, 720, 480, вот, например, в Инстаграм такого нет, а ВКонтакте есть, это делается вручную, в настройках, вот, потому что у всех автоматически выставлена настройка, как там, автоматом идет скорость. Вот, если качество интернета плохое, и автоматически качество сжимается. А если вы выставите самое высокое качество, там самое высокое остается 720. Вот, поэтому проверьте ручные настройки просто, и все. В ручных настройках выставьте 720. О, мне сейчас принесли еще новинку. Я такая, эфир уже закончился. Так, это Coming Soon? До конца апреля. До конца апреля выйдут. Ладно, давайте сейчас переворачиваю. Так, возвращайтесь и обратно в эфир. Блин, а я только вышла с эфира. Смотрите, мне сейчас принесли две новые красочки. Они у нас отдельно выходят. Называется Sunset Закат и Royce, Violet Royce. Короче, это будет офигенный вот такой яркий цвет для лета. Что первый, что второй. И они между собой будут круто дружить. Ну, конечно, неоновые цвета передать очень сложно. Камера всегда неоновый пигмент съедает чуть-чуть, но он обалденный. Просто от кутикулы до свободного края вот такое покрытие сделать красочкой или нарисовать французский маникюр будет убойно. Смотрите, какой цвет краски. Это Coming Soon тоже. Так, это будет в конце апреля. Вот, поэтому вот сегодня я вам про винтаж рассказывала, про краски. Вот имейте в виду, будут еще две красочки. Оставляйте заявки дистрибьюторам. Вот, чтобы для вас привезли эти две краски. Потому что еще раз говорю, многие сейчас с красками не работают. И дистрибьюторы в том числе не сильно много завозят на свой склад этих красок. Обычно завозят такое минимальное количество. Это, вот видите, мне девчонки только что принесли. Я уже хотела выходить из эфира, что эфир закончен, а тут мне еще две новинки принесли. Это тоже Coming Soon. Вот, поэтому спрашивайте у дистрибьюторов, чтобы обязательно для вас под заказ привезли. Так, и фиолетовый. Ну, вообще фиолетовые оттенки, это такой тренд. Вэри-пэри. У Пантона, конечно, он другой. Он ближе к нашему фиолетовому, который в гель-лаках. Вот, в красках мы решили сделать насыщенный фиолетовый. Вот, чтобы не скучно было летом. И они вот между собой очень круто дружат. Вот именно дизайны делайте с этими двумя оттенками, будет классно. Вот, поэтому обратите внимание на фиолетовый оттенок. Так, сейчас я, кстати, покажу на темном фоне. Вот когда на темном фоне показываешь цвет. Во, вот сейчас лучше видно. Смотрите, какой фиолетовый. Видите, какая разница? Темный цвет яркий показать на белом фоне на iPhone и показать на темном каталоге. Увидели, да, разницу? Давайте сейчас вместе я вот так просушу их, чтобы вы посмотрели, как они смотрятся. Возьмите, сфотографируйте сейчас экран, потому что вы сейчас не найдете нигде ни в сторис, ни на сайте рекламы этих красок. Это вот я просто в сторис вам сейчас показываю. Coming Soon, две красочки. Electric Sunset, Violet Royce. Violet Royce. И смотрите, как они вместе смотрятся. Ну, я уверена, когда они появятся в продаже, я прям вот буду садиться и делать дизайны, микс. Вот, классно их делать именно вдвоем, не по отдельности, а именно вдвоем. Так, ну, все-таки я заканчиваю прямой эфир. Видите, уже хотела выходить из эфира, и тут мне красоту такую. Всем спасибо большое, девчули. Хорошего вам рабочего дня, продуктивного рабочего дня и хорошей продуктивной недели. Все, встретимся здесь с вами в четверг. Я буду выходить по четвергам. Время я чуть позже выложу вам.